На данной операции у нас происходит сварка внутреннего шва фланца. Деталь, полученная с предыдущей операции, устанавливается в станок, фиксируется, и после этого происходит сварка. В процессе сварки работник контролирует процесс сварки, при необходимости корректируется. Данное оборудование обеспечивает очень хорошее качество шва. То есть за счет стабильного вращения обеспечивается равномерный шов без чешуйки. И настроенные параметры использования сварочного оборудования обеспечиваются очень хорошие сварочные параметры, стабильные, которые обеспечивают очень хорошее качество шва, особенно момент перекрытия, то есть начало-конец сварочного шва. Сварные соединения у нас контролируются, во-первых, визуально сварщиком в процессе сварки, плюс после окончания сварки визуальный осмотр, соответственно, и на последующих операциях, в момент проведения теста, также проводится дополнительное испытание сварочного шва. На данной операции у нас происходит сварка патрубка с держателем седла. Устанавливаются детали на специальную оснастку, с помощью которой обеспечивается их определенное положение. И после этого происходит процесс сварки. После окончания сварки детали выкладываются и самостоятельно остывают. В данный момент вы можете видеть, что у нас используется современное оборудование, которое обеспечивает очень хорошее качество сварочного шва. Оно включает подрезы, непровары, чешуйчатость и другие особенности. Плюс использование квалифицированного персонала также обеспечивает дополнительный визуальный контроль качества сварного шва. Для примера сваренная предварительно уже деталь, на которой видно качество самого шва, качество замка. Плюс к этому можно видеть, так скажем, необычную конструкцию нашего изделия, которая обусловлена технологией, дающей клиенту очень хорошее качество самого готового изделия. Поподробнее, да, об этом может рассказать Дмитрий. Хотелось бы поподробнее обратить внимание на вот этот элемент, так называемый держатель седла. Это переходный элемент между патрубком и шаром, то есть основным корпусом крана. Этот элемент, вот обратите внимание, да, здесь, если посмотреть изнутри, здесь идет плавный, этот элемент обеспечивает плавный переход из зоны патрубка к шару. И если посмотреть на сам шар, да, то в самом шаре также есть цилиндрическая вставка, которая продолжает вот этот самый плавный переход. Да. Вот обратите внимание, да, видно, что проточная часть шарового крана имеет плавные переходы внутри. Это позволяет избежать, во-первых, кавитации при переходе потока теплоносителя через шаровый кран. Во-вторых, это позволяет избежать турбулизации, то есть не происходит дополнительных потерь давления при движении теплоносителя через шаровый кран. Вот это, можно сказать, уникальная такая конструкция, которая у нас есть. Наверное, ни у одного из других производителей вы такую конструкцию не встретите. Что еще позволяет эта конструкция, да, вот с применением такого держателя седла делать, да, это отвод тепловой энергии, то есть при сварке, будь то патрубок, будь то сварка вот в этой зоне, да, во время производства, или приварка при установке крана на трубопровод, мы избегаем попадания избыточной тепловой энергии в зону седлового уплотнения. Вот сюда вот вставляется седло.
Соответственно, так как седло ПТСЕ, которое оно очень чувствительно к таким длительным высокотемпературным воздействиям, то вот это вот воздействие мы предотвращаем таким образом.